Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы ходили в Zen's Fortress, и, надо сказать, нам там стучали. Причем, нет, нам не стучали, по большей части мы справляемся с тамошними, так сказать, врагами. Так, что пишут? Опасайся падения. Какого падения? Тут сколько раз пробегал, ни разу ни малейшей опасности не было. Опасайся ловушки, это я знаю. Короче говоря, там есть сундук, в который стреляешь, из него лезет тварь. Вот эта тварь меня, блин, надо было нажать. Ну ладно, сам. Самоубийство. Хорошо. Вот с этой тварью я пока как-то не разобрался, как драться. Она очень подвижная и очень опасна, очень сильно сшибает. И кроме того, у нее удар вот в последнем моменте, последней серии. Удар, который она просто хватает. Что-то у меня бэкстеп не получился. Хватает нас обеими руками, засовывает себе в пасть и жует, пока мы не сдохнем. Так что, судя по всему, с ней придется попариться еще. Да твою мать, ты посмотри, а. Фу. Короче говоря. Так, сейчас нам нужно пройти тут аккуратненько. Если бы там наверху еще одна подлюка не подлила, было бы вообще прекрасно. Да что ж такое-то, мать вашу? Видите, да, что творят? Это просто, по-моему, какой-то кошмар. Ой, блин, зачем я сюда попёрся? Ну, все, раз уж взялся, надо пройти этот Zen's Fortress. Ой, блин, это какой кошмар. Пока что у меня основные сложности на этой локации именно с этим мостиком, именно из-за этой твари, которая там наверху. И еще сложность с тем сундуком. Вот две самые большие проблемы, но пока что. Но я думаю, сейчас мы не будем торопиться, основательно подойдем к делу. И все у нас получится. Давай, иди сюда, змеюка. Какой раз мы уже с тобой этот трюк проделываем? Ладно. Ой, сразу обе набежали. Вот это тут уже плохо. Так, сейчас меня могут и убить. Две за раз, это, по-моему, как-то слишком. Видите, да? Да, блин. Еще не дотягиваюсь для полного счастья. Ладно, минус. Да твою мать. Так, я думаю, надо будет после этого к бонфайру сходить. Лучше уж. Хотя, не знаю, блин, 6 эстус пласков осталось. При том, что я там на мостике еще, как правило, одну трачу как минимум. Давайте сходим, ладно уж что. Потратили на них целых 10 аптечек. Это, по-моему, печально. Неплохое начало для этой жизни, для этой попытки. Но, как говорится, селяви. Да, дружок, ты сможешь, ты все пройдешь. Так и будем действовать на будущее. Так, тихо. Я, похоже, придумал тактику, как не разбираться с этой погонью. Так.
Вообще, я сегодня уже вторая серия за сегодня заснята. Сегодня очень много спешу. Я опять от игры отдыхал неделю, поэтому отвык капитально от местной механики. В эту игру, по-моему, нужно сел и пока ее не пройдешь, то есть плотно играть, а не так, как я. Что в первой серии, половину серии я вспоминаю управление. Да, твою-то мать. Блин. Как там снизу скопытился окончательно. Так, хорош. Хорош. Последний. Отлично. Он еще бы камера мне помогала. Ой, тихо, тихо, тихо. Как раз об этом и говорю. Здесь как-то вообще эффекта 3D нет. Непонятно, близко ли она к тебе находится или далеко. Так, местная маленькая подлинная штучка. Тут у нас все так же спит братюня. Пусть спит. Тут катаются, нет, эти шарики. Нет, не катаются, можно смело идти. Как я до тебя не дотянулся? Больше тут ничего нет. Точно тут больше ничего нет. Так, тут больше ничего нет. У нас призрак какой-то бегает в своей параллельной реальности. Ловушка спинит. Да я знаю, вон там ловушка, но почему-то когда по ней проходит змеюка, она... Короче, им не задевается. Видите, да? Блин, почему бэкстеп не получается? Успел куснуть все-таки. Ладно. Какие-то механизмы что-то намутили, да? Осторожно. Нет, еще не здесь. В следующей комнате осторожно. А то в прошлый раз я выбежал и сразу на меня камень чуть не прибил вот эту. Как интересно эту штуку наверху взять. Так. Теперь, что же с тобой делать? Все-таки лучше с тобой тут танцевать. Сколько раз ты меня уже? 2 раза убил. Вокруг вот этого столба. Блин, пока он встает, на него хрен прицелишься, и вообще он неуязвим. Это печально. Смотрите, да, какой охват у него. Тихо. Блин, даже у врагов тут дебильный смех. Так, ну, по идее-то я смотрю, ты далеко не такой страшный, каким мог бы быть. Ох, блин, как мне моя перекат помогает, это офигеть просто. Ему бэкстеп, я так понимаю, сделать не получится. Фу, наконец ты сдох, тварь, а? Как ты меня задолбал, это просто офигеть. О, зато с тебя что-то выпало. Lightning Spear. Копии я люблю. 160, офигеть. Ну-ка. И со скоростью ништяк. Так, мне получается... А, так, ну-ка. Ой, не падай.
Мне вниз или наверх, не пойму. По-моему, мне наверх. Хотя в последний раз место, куда я думал прыгать нельзя было, это было у шеф-повара в мусоропроводе. Короче... Кто-то бегает, что ли, вокруг? У шеф-повара в мусоропровод, я думал, лезть нельзя, я туда спрыгнул, и там... В итоге оказалась очень неплохая нычка. Так, что у нас здесь? Это, я так понимаю... Я уже ничего не понимаю. С этой стороны не откроется. Ладно. Так, я что-то не вижу особо этих... Ну-ка, это что там такое? Вон он. Оно не в эту сторону катается. Так, ну-ка. Да, не в эту сторону. Понятно, как они выстреливаются. Здесь. Смотри. Блин, прикольное место. Так, я, по-моему, начинаю что-то понимать. Сейчас она у нас долбится вон туда. Давайте посмотрим. Я думаю, мы ее можем переправить. Скажем, вот в эту бесполезную сторону. Ой, куда он побежал? Ну-ка, сюда, если направить. Ага! Тогда она будет с самого начала стрелять. Понятно. Теперь я понимаю, почему она не стреляла в меня после того первого раза. А в этой стороне что у нас внизу до упора тогда? Блин, прикольно продумано, прикольно. Я надеюсь, я не скачу сейчас. Ага. А, хорошо. Здесь у нас тот спящий змеё. Тихо, блин. Показалось, что сюда летит. Тот спящий змеёныш. Давайте-ка мы его разбудим. Так, я так понимаю, я правильно сделал? Ну-ка. Ну-ка. Не убил его, что ли? И опять не убила. Ну, теперь-то, я думаю, убьет. Блин, да ты смотри, какой живучий. Так, короче, последний камень, а потом мы ее направляем куда-нибудь. Я не знаю. Вот так, что ли? Хорошо. Так, давайте посмотрим, что это нам дает. Ты все еще живой, что ли? Да не бывает такого. Подожди, это что? А, ну блин, что же это будет? Уехал. Так, мне бы бонфайр найти. Вот это было бы вообще прекрасно. А, но вот это место, я так понимаю, это у нас такой будет неплохой срез. Хотя какой срез, я не смогу. А, смотри, она стену пробила. Что там за стеной? Самое печальное, что я потом сюда опять оббегать хрен знает сколько. Ладно, успеется, короче говоря. Я думаю, мы все равно сейчас где-нибудь еще погибнем. И в следующий раз по дороге... уже посмотрим, что там пробило за стену и что нам это дало. Так, ну короче говоря, камень у нас летит вот сюда в пустоту. Это хорошо. Тут у нас начало, и там у нас единственная дорога по идее остается. Тут у нас, так, а вот что? Ох, твою мать!
пока вот слышал. Ой, ненавижу. Ненавижу эти приколы. Так, давайте посмотрим тогда, что у нас во второй дороге. То есть туннель, куда шары катились. Давайте посмотрим, куда он нас приведет. А потом нам, по идее, похоже, сюда нужно идти. Попробуй прыгнуть. Ладно, успеется. Ну-ка, погоди. А, все, я узнал. Я понял, где мы находимся. Все понятно, короче говоря. Так, в эту сторону, я надеюсь, не покатится. Там никто не пришел, ни... Ой, бляха-муха! Твою мать, я не понял, как это произошло? Он же был повернут совсем в другую сторону. Почему теперь он в эту сторону сработал? Я не понимаю. Ну ладно. Исследование местности называется. Теперь-то мы уже пробили там стенку, так что посмотрим, что нам это дало. Нашли копье офигенное вообще. Я думаю, это копье, если прокачивать еще там плюс 5, плюс 10 сделать, это же вообще будет убер-оружие. То есть оно легче моей учигатаны. Бьет молнией. 160 урона так просто. От балды, как говорится, как с куста. Давайте испробуем, я им еще, по-моему, никого не бил. Надеюсь, оно меня не разочарует. Потому что в Sands Fortress копье это самое милое дело. Тут слишком много узких коридоров. Блин, опять промахнулся. Да, конечно. С дальностью атак все не так... О, неплохо. Все не так радужно. Ну, могу сказать, это оружие меня порадовало. Единственное, оно то, что оно бьет недалеко. По сравнению с учигатаной, так это вообще смешное расстояние. Ну, ладно. Так, братюнь, иди сюда. Мы с тобой уже давние знакомые. Да, с этим копьем все стало сильно легче. Так, теперь... Где у нас тут засранец? Иди сюда, дорогой. Ты сможешь. Давай. Атакуй меня полностью. Давай. Давай, братон. Братон, говорю. Смотри, он сможет. Уж ты сможет. Блин, у тебя талант. Ну, давай. Ну, ладно. Так, вот сейчас самое опасное место. Так. Ладно, вроде все пошло как по маслу. Опять осталось рутинное убийство того засранца. Блин, бы Цельси принял. Скотина. Да, блин, что-то в этот раз не особо пошло. Отсюда не упрется в стену? Упрется. Опять упрется. Так, я думаю, нормально будет, да? Да, блин, да что ж такое? Так будет хорошо. Так, раз, два, три и последний, четвертый. Хорошо. Первый пошел, второй пошел,
третий пошел. Отлично. Ламберг. Я думаю, что она, вот эта штука выпала благодаря тому, что у меня это кольцо, которое повышает дроп разных предметов. Фламберг. Это, по-моему, огромный двуручный кривой меч. Ну, не такой уж огромный, но весит порядочно. Мне не нравится. Какой-то он угловский. А вот копье мне нравится. Так, здесь осторожно. А, нет, еще не здесь. Хотя нет, здесь. Ты смотри. Стена опять заросла. Что ж такое, блин, а? Я не понимаю, там кто-то сидит, переключает, что ли, эти рычаги? И вообще, какого хрена? Да твою мать! Еще бы убил меня, это было бы вообще печально. Так, хорошо. Щитом тоже можно привлекать внимание, да? Да. Давай, дорогуш, иди сюда. Второй удар будет, нет? Я так и знал. Бежим, бежим. А, откуда тут-то камень взялся, мать вашу? Ну никогда же не было камня. Ой, блин, я просто не понимаю схему, по которой это все работает. Откуда ты тут взялся? Тебя что-то только что не было. Короче говоря, никогда не надеяться на то, что камень тут или камень там. Офигеть. Я, блин, просто вздрагиваю натурально. Что ж такое-то, а? Какое-то подлючее место, да, нельзя. Теперь меня тут ждать, да? Теперь сюда работает. Хрен поймешь их, вот честное слово. Так, ты тут, нет? Сундук. Или я тебя убил уже? Все, убил, они одноразово, похоже. Хоть это радует. А, блин, да что ж такое? Я чуть не упал. Блин, это место меня точно дерганым сделает. Вот честное слово. Так, подожди, оно наверх. По... Ха! Да в натуре, что ли? Блин, я все больше и больше люблю это место. Офигеть. Ведь чуйка не подвела опять, да? То есть спрыгивал сразу. Так, теперь в эту сторону может покатиться, я не удивлюсь. Совершенно по рандомной какой-то траектории летает. Кто здесь вечно направляет не туда? Ну-ка, выходи. Так, давайте пробьем еще раз стенку там. Паренька заодно. Фу, так. Второй. Третий. После этого пошлем его, пожалуй, куда-нибудь. Сюда. Теперь давайте туда сходим, но прямо оттуда я не уверен, у нас получится, нет? Не будет ли там у нас под ногами пропасти, не покатится ли на нас сзади камень? Вроде не должен. Так, живой.
это нам дает. Что-то закрыто. Да пофигу, честно говоря. Закрыто. Ладно. Тихо. You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. Логан попался. I have a bright idea. Suppose you set me. Освободи меня, говорит. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. Я говорю, я могу научить магии. The inactivity is repressive. Давайте сделаем хоть одно доброе дело. Закрыто. А, понятно. То есть они все закрыты, да? Почему я обратил на них внимание? Потому что в Dark Souls, в Demon's Souls были подобные штуки. Они поднимали, опускали. Все закрыто. Понятно, сюда мы, видимо, попозже подойдем. Так, ну и дорога в лес, по которой я никому не советовал бы ходить. Давайте попробуем в ту залезем. Что нам это даст? Ничего. Ладно. Ничего, Логан. Я вернусь. Найдем мы тебе отмычку. Так, я надеюсь, теперь сюда камень не покатится. Это будет печально. По идее, можно вниз туда спрыгнуть аккуратненько вот по этим, по боковым штукам. И убить вон того засранца. Потом вернуться к бонфайру, как мне посоветовали. Я, правда, не уверен, дадут ли мне за это что-нибудь хорошее. Но, как правило, у них бывает демон титанит. Да ну нафиг, что-то неохота. Так, сюда не катится больше. Что-то она вообще остановилась, похоже. Куда катится, не в эту сторону? Да какая, собственно, разница, куда она катится? Так, ловушка по новой сработает, нет? Нет. Сюда катится. Да, сюда катится. Да твою мать, я же просто притронулся к нему. Тоже нельзя, что ли? Ладно, будем знать. Пора бы уже перестать учиться на своих ошибках. Так, хорошо. Пока что все по плану. Ой, это куда-то не по плану было. Блин, прикольное место, мне очень оно понравилось. Надеюсь, оно и впредь будет так радовать. Ой, бляха-муха! Ах, твою мать, да что ж такое со мной сегодня, а? Да, это прохождение будет полно боли. Так, куда мне сейчас двигаться тогда? Ну, то есть по тем же самым путям. Я, наверное, чтобы вас не удручать таким количеством смертей, я сейчас просто выключу запись и включу, когда мы, собственно, начнем подниматься опять на этом лифте. Вот мы в тех же местах. Блин, я в очередной раз поражаюсь, насколько все лучше получается и гораздо более просто, когда играешь без комментариев. Как видите, я прошел вообще не потратив жизни, ни аптечек, то есть полный набор. Совершенно без каких-либо затруднений, чисто потому, что мне не приходится это постоянно комментировать. Поэтому всем скептикам в очередной раз хочу отметить. Комментарии очень сильно убивают внимание. Так, тут по-быстренькому наверх, а то в те шипы. Так что не судите меня слишком строго. Для вас стараюсь. Так, хорошо, эта дверь закрыта с той стороны. Нужно уже решить что-то, блин, с этим дебильным. Так, куда ты покатишься? Дебильным механизмом. Откуда вообще берутся эти камни в таких количествах? Это же просто бардак, по-моему, какой-то.
Так, ну вот, мы отправили ее сюда. Да. Не, нафиг, лучше вот сюда пойдем, короче говоря, а там посмотрим уже, что да как. Тут я еще, по-моему, ни разу не был, да? Смотрим под ноги. Вроде все в порядке. Откуда? Слышу где-то эту пакость. О-о-о. Офигеть, как высоко мы забрались. Вон эта тварь. И она, судя по всему, как я чуть-чуть подальше пробегу, да офигеть вообще, ты посмотри, что творится. Тут где-то секунда окно. Давай! Ух, блин. Так, ладно. У нас очередной, похоже, лифтик какой-то. Но сначала нам нужно... Я не пойму, ты же стреляешь, что ты не стреляешь? И ты одна тут? Может, меня заманиваешь куда-то? Тут только и жди, подлянок. Только и жди. Слышу, бежит. Отличное копье, просто шикарно. Так, хорошо, вроде поспокойнее стало, но я слышу еще какую-то пакость. Ага, а вот это твой муженек, похоже. Офигеть, ты что творишь-то? Так, тихо. Чуть не убил меня. Так, нет тут какой-либо заманухи. Большой титанитовый осколок. Это прекрасно. Такие вещи мы любим. Где-то там кто-то бегает, ругается. Так, давайте посмотрим еще раз, что это за лифт. И лифт ли это вообще, или просто провал какой-то. Судя по всему, просто провал. Я туда явно не хочу падать. Ну давай. Так, аккуратненько. Вот тут где-то эта тварь. А вон она, смотри. Ну-ка, стрельни. Молодца. Стрельни. Молодца. Давай. На, лови. Блин, это что-то вообще уже какой-то бардак. Вы посмотрите, какая узкая эта дорожка. Так, здесь больше никого нет. А то это будет печально. Так, прыгать я туда явно не хочу. Офигеть, вы посмотрите, куда мы забрались. И везде мы тут были. Это не просто декорация, это явно такой уровень. Блин. А, тихо, 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 тихо. У-у-у. Блин, там босс наверняка. Так. Ага, очередной этаж этого провала.
ловушки. Бладстейн, как ты погиб, парень? Скажи мне. Подожди. Что-то не вижу. В упор не вижу. Так, ну тут это стояла, тварь. Это у нас не иллюзорность, да? Нет. Что-то не трогается этот Бладстейн. Надо Бладстейн, Бладстейн, говорю. Так. Аккуратно, не спеша, потому что уже, блин, слишком далеко забрались. Это будет печально. Ага, еще одна. Так, куда я не попадаю? Блин, что-то давно не было бонфайр. Где? Ой, твою мать. Ага, понятно, откуда эти камни берутся. Так, можно пойти туда. Только я там нифига не вижу. Рыцарь. А, ну это обычный рыцарь. Не так уж страшно. Где, мать вашу? Я пока не вижу тут ничего хорошего. Давайте сходим. Обычные рыцари, они не должны быть такие уж сильные. Тихо. Вот здесь, я думаю, мне с ним будет неплохо драться. Довольно сильный, на удивление. Только вот с копьем в узком коридоре это просто шикарно, на мой взгляд. Блин, мне все больше и больше это копье нравится. Офигенное. Тихо, слышу. Еще один такой же. Ага. Не ожидал, да? Ах, блин. Сейчас допомтуюсь опять. Блин. Лучше осторожничать. Слишком у меня многое на кону. Слишком далеко я забрался. Да твою мать! Так. Что там у вас? Ой, только не это. Это, по-моему, опять. Нет. Ну, давайте посмотрим, оно явно должно того стоить. Фиг, я так далеко ходил. Flamestone Plate Ring. Что оно нам дает? Я ни одной из своих колец сейчас менять не хочу. Честно говоря, они оба офигенные. Повышает сопротивление огню. Супер. Пока что ничего огненного я тут не видел. Вон там еще что-то лежит, но туда я подняться не могу. Сейчас посмотрим, как мы туда можем спуститься или подняться. Нет, все-таки спуститься, скорее всего. Видимо, никак. Опасайся верха. Это что еще за грохот? Слушай, а я его убиваю. Может, я смогу таким образом выключить этот механизм? Да тебя нафиг, пока что вроде безвреден. Офигеть.
падая, по-моему, да? Да ты что творишь-то, урод? Да, я, похоже, не попадаю. Так, теперь я понял, для чего нам нужна защита от огня. Так, это, кажется, нам пригодится. Так, где оно? Вот оно. Что же не хотелось бы терять? Да блин, я запарился уже. Морозом вместе же не терять. Так, куда бежать? Да твою мать, да что ж такое, блин, а? Это все я должен пройти без бонфайра за один раз? Да вы издеваетесь надо мной. Блин, эта локация высосет из меня все нервы, похоже. Но я думаю, на сегодня хватит. В следующей серии, я думаю, мы с этой локацией покончим. Надо разобраться просто, что с этим хреном делать. Но в целом эта локация уже не так сильно меня пугает. Основные ее приколы я выучил. Так что в следующий раз буду действовать, я думаю, гораздо уверенней. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Посмотрим, как мы с этим совсем разберемся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.